Ну, не хотя бы,
Выхожу чуть дальше на сторону села туда. Короче. Кашеньку простых. Сколько? Ничего.
Да. Ну вот, я иду и... Ну, что? Thank you.
Хочешь, не пойдем. Его уже опоздали, да. Если ты лучше, Спасибо вам огромное. Мы видим, что вы профессионалы, только вам доверю. Я чего боюсь? Чего ты ее боишься? Спускайся. Да она меня ужалит. Она тебя ужалит. Спасибо вам огромное. Мы видим, что вы профессионалы, только вам доверю. Я чего боюсь? Чего ты ее боишься? Спускайся.
Да она меня ужалит. Она тебя ужалит. На ножки. Маме уже очень жарко. Ну что это? Пойдем. Пошли. Пошли. Ну пойдем, я тебя отсюда. Что? Что у меня нет? Какой еще там? Никита, представляешь, это еще не все. Никита.
Да. Пока без нас. Да. Один раз ступеньки наступил и все. И там. Раз. Егор. Два. Егор. А видно гору? Да. Три. Егор. Егор спокойно смотрит. Видно нас? Да. Может, на... Видно. Егор! Егор, Егор, только без нас, ты куда не ходи? Я посмотрел дверь! Не кричи! Это я вас покрываю! Егор, не вставай, когда на спину стоять, потому что спасибо. Там какая-то тарелка, это сама гора. Все, привет, на горе Акхун. Это вы, вон. Блин, смотри в камеру. Вася, ветрено, конечно. Что делать, за что мы сами? Привет. Не забываем. Пусть сейчас больше. Кричи, кричи, иди ко мне. Не послушай, смотри, какой я. Да давай, настрой сейчас так, еще полно. 17-10. Вот по этой низкой стой как раз. Ты сходишь, да? Посмотрим. Я очень люблю. А ты не меня? Ну вот просто. Нет, это красная крыша, это же не дело. Да давай, настрой сейчас все. Так, еще полно. 17-10. Вот по этой низкой стой как раз. Ты сходишь, да? Посмотрим. Я очень это люблю. А ты не меня? Да. Смотри. Ну вот просто. Нет, это красная крыша, это же не дело. Это другое. Я сейчас другой не пойму. Давай тебя будет? Yes. Хотел.
давай, настрой сейчас все. Так, тысячу полно. Вот по этой низкой стой как раз. Ты сходка, да? Я хочу. Вот я, например, давай. Я очень люблю. А ты не меня? Да. Вот просто. Нет, это красная крыша. Это другое. Да. Давай тебя попробуем. Yes. Кусики, руки,
да.
Я не слышу тебя. Че, пойду я протестирую. А? Кого? Студенты же у нас богатые. Не, я просто в первую очередь читаю. Просмотр хороший наверху, нет?
Начинай собираться, Евгений. Знаешь, кто тебе писал? Давай туда не пойдем. Может, кто-то рассочек. Ну, сейчас давай посидим. Это фарфор, это И каждая эпигодка имеет свое значение расположения
Колесо обозрения! Лина же знает все. Thank you.
еще упакс. Леша. Бабка, дым, почему?